Недавно неизвестный пользователь скинул мне странное письмо. В нем была ссылка на архив с названием beta1.6.6.testbuild1.rar. Думаю, по ходу этого видео вы поймете, что это еще одна загадочная версия Майнкрафта. Версия называется beta1.6.6.testbuild1. Давайте запустим эту версию и исследуем ее. Хорошего вечера, ребята. Меня зовут New Storyline. Приятного просмотра. После запуска файла run.exe появилось окно с двумя кнопками. Ты действительно хочешь поиграть в эту игру? Здесь нет пути назад. После нажатия кнопки «Да» игра запустилась. Меню игры постоянно дергается и гличит. Еще одна странная особенность игры – это то, что из нее больше нельзя выйти. Игра будто пытается запереть игрока в этом кошмаре. Когда я попытался поспать в кровати, я получил урон. Появилась странная сущность. Внешне она напоминает свернутый QR-код. Она молниеносно летела за дерево, после чего исчезла. Появилась странная структура. Снова появилась эта сущность. Она мигом забежала за стену, после чего испарилась.
В воздухе появилась странная структура. Где-то вдалеке игрока прозвучал взрыв. Неожиданно открылся странный сайт. На нем изображена непонятная картинка. Я так и не понял, как эта картинка связана с версией. Несколько чангов в мире покрылись незераком. Вниз под землю незерак простягивается очень глубоко, скорее всего до бедрока.
Вокруг игрока в небольшом радиусе начало все гореть, после чего сверху появилась та самая сущность, которая появлялась раньше. Сначала ее скин начал переливаться, потом все текстуры мира и небо начали мигать, вскоре после чего Майнкрафт вылетел. Это пока что все, что получилось найти мне в этой версии. Ссылка на эту версию я оставил в описании этого видео. Вряд ли эта версия является вирусом, но все же, я рекомендую скачивать эту версию только на свой страх и риск. С вами был не Storyline, до скорого.